Это у нас так называемый сквер, сквер-паркинг, то есть сквер-парковка. Вы знаете, что мы уже не первый год декларируем необходимость 100-метровки, зоны 100-метровки как пешеходной зоны. Для того, чтобы эта зона могла быть реализована, то, конечно же, вокруг нее должны быть какие-то парковочные места, которые бы могли, такой большой поток машин, который у нас традиционно в нижней части города имеется, где-то они должны иметь место отстоя. Поэтому долго рассуждая на эту тему, возле ДК «Октябрь» такая парковочная зона, но это сквер-зона, потому что сегодня там проведено капельное орошение, там будут высажены цветы, там будут высажены деревья, установлены лавочки. То есть это тоже будет такой сквер, на котором будет разрешена парковка автомобилей. Вот в таком контексте только и реализуется сегодня этот объект или этот участок под парковочные места. А зеленая зона по бокам, получается, будет? Да, она будет по краю, сбоку. Угу. Будет в середине там выделена зона для высадки цветов и декоративных каких-то зеленых насаждений. Ну, очень жаль, что, конечно же, это будет только уже осенью, потому что период уже вегетации и такие как бы деревья и кустарники садить лучше тогда, когда этому уже позволяет время. В обязательном порядке это все будет высажено. Сейчас подбираются деревья, чтобы эти деревья были и красивые, и эстетичные, и в то же время создавали тень для того, чтобы можно было там в сквере этом находиться и присесть, и отдохнуть. Поэтому наш отдел, тот, который занимается озеленением, подбирает сегодня визуализацию с тем, чтобы мы могли очень красивую создать там зону, зеленую зону в том числе. Поэтому вот такая вот концепция той площади, которую мы сегодня видим, идет реконструкция.